Мы приехали в Сочи, у мужа здесь конференция. А я просто как спутник отдыхаю, расслабляюсь, чилю, загораю. Также здесь для спутников проводят очень много активностей. Вчера мы рисовали, у нас была живопись. Покажу, как получилось. Мне очень понравилось. Я впервые рисовала маслом и вообще впервые была на мастер-классе по живописи. Также вчера еще была вечеринка, там выступал какой-то известный исполнитель, но, к сожалению, я не знаю ни одной песни его, поэтому были там всего лишь одну минуту, и сразу ушли, я записала маме кружочек и все. Сейчас, через полчаса, я пойду на лекцию по искусству, и вечером здесь будет спа. Поэтому вот так вот отдыхают жены айтишников. Мероприятия у нас проходят вот в таких вот небольших домиках. Рядом стоят шезлонги, стулья. Можно с комфортом, с кайфом посидеть и отдохнуть. А там проходят турниры по волейболу и теннису. Который сказал: вы знаете, я больше европейскую живопись не собираю. Я теперь собираю русских художников. Бог. Это вот эта форма безупречная. Та форма, с которой, по сути, должно начинаться все искусство. Тот атом. Сейчас мы об этом еще всем будем говорить. И это просто его акт любви. Это вот его воплощенная любовь к искусству. То есть он показывает, что, друзья, для меня вот что стоит во главе угла. Он не сдержался, все равно пришел и налепил здесь супрематизм живописи Малевич, да. Ну и вывесил, как вы видите, еще другие супрематические работы. У меня в руках солнцезащитный крем High Protection с SPF 50+, от бренда New Dermis. Он относится к самому новому поколению солнцезащитных средств. Помимо защиты от солнца с фактором SPF больше 50, он также защищает от синего света гаджетов, ламп и подсветок, от уличных загрязнений, выхлопных газов и также от табачного дыма. Помимо всего прочего, этот крем омолаживает, увлажняет кожу, разглаживает морщины и также обладает матирующим эффектом, что, на мой взгляд, очень важно для SPF крема, потому что большинство SPF кремов придают коже очень-очень жирный блеск. Я использую этот крем в качестве своего основного дневного крема. То есть каждый день после утреннего ухода я наношу его на свое лицо. После этого я могу нанести легкий макияж, как, например, сегодня. И он отлично держится, отлично ложится на это средство. Также мне нравится, что этот крем не оставляет белых пятен, разводов на коже, не выбеливает лицо. New Dermis, защита от солнца и даже больше. А теперь давайте вместе с вами сделаем легкий дневной макияж, который я обычно делаю на отдыхе. Первым делом я наношу SPF на 2 пальца. Такое большое количество продукта я использую не только для лица, но также для шеи и зоны декольте. Самое главное — нанести продукт на всю поверхность лица. Еще одно важное уточнение: если вы используете SPF на химической основе, то наносите его за полчаса до выхода на солнце. Далее жду, когда продукт немного подсохнет. Кстати, он абсолютно не липкий.
и наношу консилер. У меня он от бренда Сергей Наумов в оттенке Т29. Наношу его на синячки, какие-то покраснения и пальчиком все растушевываю. И на яблочки щек наношу кремовые румяна от бренда Наташа Денона из палетки, которую я в этом видео использовала так же, как зеркало. И на этом все. Это был один из самых быстрых макияжей в моей жизни. А я побежала дальше наслаждаться отдыхом. Кофе можно было попить не только в серфе, некоторые компании, как, например, Яндекс.Го, делали свои напитки прямо на территории кемпа. Здесь мы видим кофе и какао, а по вечерам также были коктейли. Местами, таков закон сансары, круговорот.